Will you repeat after me? I mention your name. Я, Суцкевер Абрам Герцович. Citizen of the Union of the Soviet Socialist Republics. Гражданин Союза Советских Социалистических Республик. Summoned as witness in this trial. Вызваны в качестве свидетеля по этому делу. Do promise and swear in the presence of the court. Перед лицом этого суда отвечаю. To tell the court nothing but the truth. Перед лицом говорить суду только правда. About everything I know in regard to this case. И все, что мне известно по этому делу. You may sit down if you wish. Нет, не хочу. Разрешите приступить к допросу, сэр? Yes. Скажите, пожалуйста, свидетель, где вас застала немецкая оккупация? В город Вильно. Вы находились в этом городе в период немецкой оккупации длительное время? Я был в время немецкой оккупации с первого дня до почти последнего. Вы являлись очевидцем преследования евреев в этом городе? Да. Я просил бы вас рассказать об этом суду. Когда немцы захватили моего города Вильно, тогда было там приблизительно 80 тысяч евреев. Сейчас же было создано на улице Виленской 12 так называемую зондеркоманду с начальниками Швайненбергом и Мартином Вайсом. Ловцы этот же зондеркоманда, или как евреи их называли, хапуны, ворвались днем и ночью в еврейских помещениях, вырвали отсюда мужчину, сказали взять с собой кусок мыла и полотенца и загнали их в направлении местечко Панары, 8 километров за городом Вильно, откуда почти никто не пришел обратно. Когда евреи узнали, что их родные не вернулись, тогда большая часть населения спряталась. Но немцы пришли с собаками, нашли, и кто не хотел идти, застреляли на этого места. Я должен тоже сказать, что истреблили еврейского народа будто бы из закона. 8 июля был издан приказ, что все евреи носили белую заплатку на груди и спине и желтый йод. Подписан этот приказ был комендантом города Вильно Ценфеник. Но на второй день другой какой-то комендант Нойман
выдал новое распоряжение, что нельзя уже носить эту заплатку, но нужно носить желтый сионский знак. Что это значит, свидетель, желтый сионский знак? Это такое шестиугольное лата и здесь носить, на груди и на спине, чтобы отличить, защитить евреи от населения города. Но на третьего дня уже был новый знак. Нужно было носить здесь синяя ташма и белый такой знак. Но евреи не знали, какой знак нужно носить, потому что они жили в городе. И кто не носил этого знака, такого немцы сказали, сейчас его арестовали и уже никогда его не видели. В 17 июля 1941 году я был свидетелем большого погрома в Вильне на улице Новогород. Руководители этого погрома были уже называемый Швайнберг, Мартин Вайс, Херинг и немец начальник гестапо Фойлхабер. Они окружили этого района с зондеркомандо, выгнали всех мужчин на улице, сказали их снять штаны, пояски и руки поднять на голове. Так, вот так. И когда это было сделано, направляли их в Лукишскую тюрьму. Но когда евреи начали идти, штаны опустились, и они не могли идти. И кто с рукой хотел взять штаны, того сейчас расстреляли на улице. Я сам видел, когда уже целая колонна отошла, что на улице лежали расстрелянные приблизительно 100 до 150 человек. И ручьи крови шли внизу улицы, как будто было бы наверху красный дождь. В первые дни месяца августа 1941 году один немец мне хватал на улице Вилкомерская, когда я шел к моей матери, и мне сказал: идем со мной, ты будешь играть в цирке. Когда я шел, я увидел, что второй какой-то немец везет второго еврея, старого раввина этого улица, Касселя. И третий немец уже держит молодого парня. Когда мы дошли до старой синагоги этой улицы, я видел, что там лежит дров в форме пирамиды.
немец выбрал револьвер и сказал нам, чтобы снять одежды. Когда мы уже были голые, он взял спичку и подпалил эту дров. Тогда второй немец выбрал, вынес с синагоги 3 свитка Торы, дал нам их и сказал, чтобы мы танцевали вокруг этого костра и пели русские песни. И за нами стояли эти 3 немцы, штыками нам гнали к огня и смеялись. Когда мы уже били почти без сознания, немцы ушли. Но я должен сказать, что массовое истребление еврейского народа в Вильне начался в той же времени, когда приехал в Вильне гебицкомиссар Ханс Хингст и референт по еврейским делам Мурер. Тридцать первого августа под руководством гебицкомиссара Хингста и Мурера. Учья. В 1941 году под руководством Хингста и Мурера зондеркоманда окружили старые еврейские кварталы в Вильне, улицы Рудницкая, Еврейская, переулок Гаона, Немецкая, Шавельская, улица Страшуна и другие, где жили приблизительно с 8 до 10 тысяч евреев. Я тогда был больной и спал, но вдруг я почувствовал на себе нагайки. Когда я из кровати встал, тогда я увидел, что со мной, передо мной стоит этот Швайнберг, около него большая собака, бить всех и говорить, чтобы скоро-скоро идти на дворе. Когда я уже был на дворе, я видел там много женщин, детей, старики, все евреи, которые жили там. Швайнберг и эта зондеркоманда окружили всех и сказал, что он нам везет в гетто. Но, конечно, как все, что немцы говорят, то ложь. Это тоже была ложь. Когда целыми колоннами мы шли ночью по городе, и нам везли в направлении Лукишскую тюрьму, то уже все узнали, что это не гетто, но смерть. Когда мы были около Лукишской тюрьмы,
так называемый Лукишский рынок. Что там, то там я видел шпалер, целый шпалер немцев с белыми палками, которые уже стали, чтобы нам принимать. Когда мы шли, это шпалер нам били из этих палках. И кто упал, то второго еврея сказали, чтобы взяли его и носили вот открытую большую дверь в Лукишские тюрьмы. Около тюрьмы я удрал. Я переплыл река Вильи и спрятался у моей матери. Моя жена, которая попала в тюрьме и потом удрала, мне рассказала, что там она видела почти уже мертвого известного еврейского ученого Ноаха Прилуцкого. И председателя еврейской общины в Вильню, доктора Яку Вигоцкого, тоже молодого историка Пинхос Кона. Уже совсем мертвые там лежали известные артисты Хаш и Кадиш. Там немцы очень били, пограбили и всех увезли на панарах. Шестого сентября в 6 часов утром тысячи немцы под руководством гепицкомиссара Ханс Хингста, Мурера, Швайненберга, Мартино Вайсем и другие оцепили целого города, ворвались в еврейских домах и сказали, чтобы взять только это, что можно на руках, и выйти на улицы. Тогда нам везли в гетто. Когда шла эта улица, где я тоже был, улица Великомирская, я видел, что немцы привезли больные евреи из госпиталя, в синих халатах еще они были, поставили их впервые, вперед ехал немецкий фильм-оператор и так снял эту картину. Но я должен сказать, что не все евреи были загнаны в гетто. Хингст это сделал с подуманным мыслью. Одной улицей он загнал в гетто, а второй в панарах. Так, что в гетто в Вильне раньше немцы сделали 2 гетто, то в первом гетто было 29 тысяч евреев, а в втором гетто 15 тысяч.
то значит приблизительно половина населения еврейскую звильно уже не зашла в гетто. Были застрелены раньше. Я помню, когда мы зашли в гетто. Я прошу вас задержаться на одну минуту, свидетель. Правильно ли я вас понял, что до организации гетто половина евреев Вильно была уничтожена? Да. Правильно я вас понял? Правильно. Когда я зашел в гетто, я видел первую картину, что Мартин Вайс зашел с молодой еврейской девочкой. Он ей так глядывал. Но когда мы зашли дальше, он выбрал револьвер и сейчас ей расстрелял. Имя этой девочки Гитлер Перлов. Сколько лет было этой девочке? 11. Я должен сказать, что гетто немцы делали только потому, чтобы легче уничтожать население. Начальником гетто был референт по еврейским делам Мюрер. И он дал всякие дикие распоряжения. Например, евреям нельзя носить усы. Евреям нельзя молиться в гетто. Когда заходит немец в гетто, нужно снять шапку, но нельзя смотреть на него. Это были официальные распоряжения, свидетель? Да, от Мюрера. Расклеенные, опубликованные? Да, в гетто, в самом гетто. Тот же Мюрер, когда он зашел в гетто, в Варштатах, где работали для него, он дал распоряжение, чтобы все работники пали над землей и лаяли, как собаки. В судный день в 41-м году Швайненберг и эта же зондеркоманда ворвался в втором гетто и всех стариков, которые там били в синагогах, он выхватал и увез в фонарах. Я помню одного дня, когда Швайненберг зашел в этом втором гетто, и ловцы хватали евреи. Что значит ловцы, свидетель? Ловцы это били, это зондеркоманда. Их называли ловцы. А, значит, это солдаты зондеркоманда, которых население гетто называло? Следовательно, это солдаты зондеркоманды, которых население гетто называло ловцами. То эти ловцы вырвали евреев с подвала, где они спрятались, и хотели их вести. Но евреи уже знали, что никто не придет обратно, и не хотели идти. Тогда Швайненберг начал стрелять в самом гетто на население. Около него, помню точно, стал большая собака.
И когда эта собака услышала эту стрельбу, она начала грызть, она наскакивала на Швайнберга и начала грызть его горло. Будто бы она стала сумасшедшая. Тогда Швайнберг убил этой собаки и нам сказал, чтобы похоронить эти собаки и плакать над гробом. Да, действительно, мы тогда плакали, что в земле не Швайнберг, но это собака. В конце декабря 1941 году был распоряжение в гетто, что женщины, евреи, нельзя родить. Я прошу вас сообщить, свидетель, в какой форме было это распоряжение? Это пришел Мюллер в госпиталь, в гетто. В гетто был госпиталь, на улице Госпитальной 6. И сказал еврейским врачей, что пришло распоряжение с Берлина, что еврейских женщин нельзя родить. И если немцы узнают, что еврейская женщина, значит, родила ребенка в гетто, то этот же ребенок будет уничтожен. В конце декабря моя жена родила в гетто ребенка, мальчика. Я тогда в гетто не был, я удрал за одной из этих резнях, или как их называли, акций. Когда я пришел в гетто, я узнал, что вчера моя жена родила ребенка в госпитале в гетто, то я сейчас же шел к этому госпиталю. Но я увидел, что этот госпиталь окружен немцами. И стоит черная машина. Около машины стоит этот Швайнберг. И эти самые ловцы несут с госпиталя стариков и больных. И как будто бы дров их так бросит в авто. Между этих я узнал, я увидел еврейского писателя, редактора Гродзенского, как его бросили в этом авто. Когда вечером немцы ушли, я дошел в госпиталь. Я увидел заплаканной моей жене. Оказалось так, что когда она родила ребенка, еврейские врачи из этого госпиталя уже имели распоряжение, что нельзя родить, они этого ребенка вместе с другими спрятали в одной комнате. Но когда зашла эта комиссия с Мюллером, они или услышали там, что дети плачут, они вырвали дверь и зашли в эту комнату.
Когда моя жена услышала, что вырвали дверь, то она сразу же там скочила, чтобы видеть, что с ребенком. И тогда она видела, что один немец держит ребенка и что-нибудь на усах кладает. А потом бросит этого ребенка на кровати и смеется. Когда моя жена брала этого ребенка, усы, здесь у него уже было черное. Усы у него уже были черные. И когда я зашел в госпиталь, то я сам видел моего ребенка. Мертвого. Немножко еще теплый был. На второго дня я шел к моей матери в гетто. И я вижу, что пустая комната. На столе еще открытый молитвенник и стакан чай невыпитый стоит на столе. Я узнал, что ночью немцы окружили этого двора и всех выбрали и отправили на Панара. В последние дни декабря в 41 году Мюрер дал подарок для гетто. В гетто заехала подвода с обуви с мертвых застреленных евреев на Панарах. Это старые обуви. Он отослал с Панаров подарок для гетто. И тогда между этих обуви я узнал туфли моей матери. Скоро было совсем уничтожено второе гетто. И в немецких газетах Вильно было написано, что евреи из этого района вымерли из эпидемии. И кто хочет, может там идти и жить. Двадцать третьего октября ночью приехал Мюрер и раздал население гетто 3000 желтых билетов. Так называемый Гелер Аусвайс. Это 3000 желтых билетов имели право прописать к себе родные. То приблизительно 9 тысяч человек. А в гетто было тогда приблизительно 18 тысяч до 20. Эти, которые имели эти желтые бумажки, их завтра утром, они завтра утром вышли на работе.
А на остальные, которые били в гетто и не имели эту бумажку? Начался резня. В самом гетто. На эти, значит, которые не хотели идти к смерти. И остальных увезли в Панара. У меня даже есть документ, которого я нашел после освобождения города Вильно у Хингста о еврейских одеждах в Панаре. Если этот документ интересный, я могу это показать. I don't know what's in the document. Я тоже не знаю этот документ, господин председатель. В этом документе пишется так. Я прочитаю только нескольких строчек. Росштофф-Централе, Вильнер Абдейлунг. Вильна, Миленстрассе 2. Телефон 1963. Вильна, den 3. November. Auf Ihrem Befehl desinfiziert zu dieser Zeit unsere Anstalt die alten jüdischen Kleider aus Panaren und übergibt es übergibt sie Wilner Verwaltung. Свидетель, поскольку вы огласили какой-то документ, вы обязаны передать его суду. Пожалуйста. Ибо мы лишены возможности в противном случае судить у подписчика. Tell us first of all where the document was found. No, wait a minute. Wait. Я нашел этого документа в Кипицком комиссариате города Вильна в июле 44-м году, когда наш город уже был очищен с немецких захватчиков. Where did you say it was found? Что? У Гибицкого комиссариата города Вильно. На улице Гедемино. Was that a building occupied by the Germans, do you mean? Это там был египетский комиссариат. Там жил Ханс Тингс, там жил Мюрер. Well, read the part of the document that you were reading just now, because we didn't hear it. По-немецку, да? An Herren Gebietskommissar zu Vilna. Auf Ihren Befehl desinfiziert zu dieser Zeit unsere Anstalt, die alten jüdischen Kleider aus Panaren und übergibt sie Вильнер Фавальтин. Да. We will put it in then. Would you hand it in, please? Что? Вручите документ суду. Свидетель, меня интересует следующий вопрос. Вы сказали о том, что в период начала немецкой оккупации в Вильно было 80 тысяч евреев. Да. Сколько евреев осталось после оккупации в Вильно?
после оккупации Вильню остались приблизительно 600 человек. Значит, 79 400 человек были уничтожены? Да. У меня нет больше вопросов к свидетелю, господин председатель. Does any other chief prosecutor want to ask any questions? And does any member of the defendant's counsel wish to ask any questions? Then the witness can return.